Какие дела, народ? Новый выпуск Game Motherfuck 2207. Поехали! GTA San Andreas это третий GTA? Какие дела, народ? Помню. Говорят, что девушки любят нестандартные подкаты. Я пытаюсь ее удивить. Бедная бабка, бедная Меркель. Кто подписан на мой инстаграм, тот, ну, во-первых, красавчик, а во-вторых, видел мой прыжок с банджи. Теперь я мечтаю прыгнуть с парашютом, но есть проблемка. Я боюсь, что меня в воздухе машина собьет. Под водой нужно опасаться вертолетов, в небе машин. Боюсь спросить, чего же ожидать на земле. Если бы ты выше там... Годзиллу? Что-то свалится. Тоже машина? Тоже машина. Не, ну что ты стоишь? Ты же как бы... Ты же GTA. Ты же в GTA-шке. Это называется, я даже не могу себе представить, каковы были шансы, что это произойдет. Чувак, а вероятность примерно такая же, что тот, кто смотрит это видео, прямо сейчас с двух ног залетит в кнопку подписки. Крайне мала! Но тебе повезло. Подписка. О, это KFC написано. Собаченька полетела. Мы просто играем в жизнь. Когда возвращаешься домой, на твой пес насал бати в ботинке. Прям выбросили. Два мальчика катается, не один. Да, киселетик? Ужас какой! Бедный киселечек. Бедненький. Пипец, покатались, блин, жесть. Это ужасно. А что они так ходят? Фристайла? О, мы на физре так ходили. У вас не было такого? Вот для чего это нужно. Ну, на физкультуре, да. По урокам ты решаешь на нее не идти и уходишь домой после. Он даже про физру пошутил. Нет, так ты на физре так ходил, знаешь, так вот. Ну. Я его не верю, так же ходили. Случайно тащил младшему брату, и он идет жаловаться мамке. И сзади ты бежишь извиняться. Извините. Ну, щегол все равно рассказал, и ты через минуту такой... Батя купил салют и сказал тебе отойти подальше. Ты отошел и ждешь салюта. Ноги! Ой, ногам больно! Ты ждал этой шутки? Я, конечно, но мне кажется, ты, подруга, не особо файн. Гадхим. Его все игнорят. I recognize him, all right. Че? Он говорит, я думаю, что с ним все в порядке, и там пока с кадра у него башки нету. Действительно все в порядке, просто без головы чувак. Узнаешь его, говоришь? А, тут я смотрю, узнает. Это больно знакомое. Ой, блин, английский мой отстой. Я еще не понял, что он показывает. Мужчина, вы меня с кем-то... А там головы нету, мяса просто. А я думал, там что-то металлическое будет. Точно, узнать. Слушайте, кто в курсе, что это на UFC-4? У нас ее нет, UFC-4. У нас 3. Да. Она не отличается, смотри. Да такая же. Ой. Такого нет. Ну да. Все. Распердолила. Ой, у меня судороги. У нее триммер такой. У меня судороги. Это вибромассаж такой. Она сама себе втащила. Сама себе нокаут. Что она делает? И тот тоже пошел. Это флешмоб. Это флешмоб, я тебе кричу. Я не то чтобы сильно удивлен. Типа это логичное продолжение третьей части. Вот, было же такое. Ой-ой. Ой, эти хлопы, эти хлопы. Это знаешь, что стальные яйца в прямом смысле этого слова, да? Если хлопает внизу, чувак. Молодец. И полетел. Орлы в клетке не сидят, конечно, но что-то с этим орлом какие-то проблемы. Рефери тупо отвернулся, чтобы не смотреть на все это. Обожаю, как неистово аплодирует вот этот чувак. Да, это да, я про него заметил. Но самое пострадавшее в этой ситуации — это клетка. Ну теперь это не просто клетка, это зигота получается. Да, учил бы биологию, понял бы, в чем прикол. Представь, клетка — это мышцы жопы, а это рвущийся на свободу выхлоп. И твоя девушка рядом такая.
Следующее видео начинается примерно с такого кадра, и я надеюсь, этому чуваку тиммейты подскажут, что это не самая хорошая идея. Но давай! Ведь... Давай! Гений! Тиммейту 10 лет есть? Как ты гребаный подстрекатель. Ля ты крыса, а? Ты ж сам его подбил. Давай! Давай! Друзья всегда так. Давай, прыгай, все будет нормально. Дебил! Кашка. Гений! Как кинуть гранату, чтобы она точно попала в то место, куда вам нужно? Ой, там кто-то... О, нет! Ой, блин, у меня прям выброс произошел. В смысле? А, ну да. Двойной удар зато. Двое их убил. Минус 3. Ты знаешь что, чувака? Расскажи, что гора. Нет, или минус 3 реально получается. Я себя убил двоих. Ой-ой. Слушайте, если вы играете в какую-нибудь игру и вам кажется, что вы в ней уже профи, то просто попробуйте зайти на азиатский сервер этой игры. Что за игра, кстати? Вот я Мармок такой играл. Ты. В смысле? А кто? Они... Они... Типа, что? Уже сразу же. Так они там рванулись со стрелькой скоростью. Но, мне кажется, здесь написано... Джумайсенба. Джумансен. Джумайсенба. Он так крипово смеется? Как будто жует. Псих. Кто-то объясняет ему языком смеху... Эмоции просто бьют ключом. Это чисто когда в переписке ты с каменным лицом пишешь... Ой, блин. Ситуация, когда препод рассказал максимально тупорылую шутку, и ты такой... Вот ты меня рассмешнил. Вообще, это чисто ты после просмотра моего видоса. Рассмешнил. Так помру, собственно. Но знаете что, в наши времена лучше странный смех, чем странный кашель. Битули набивает. Битбокс, да. О, и голову еще сотрывала ему. Это что за кашлемет у него такой? Чисто никто и рандомно в магазине, проходящий мимо. Это коронавирусный гандон. Да. Знаете, обычно нормальные люди отворачиваются, когда кашляют, и чисто... А здесь поворачивается еще постоянно. Побольше дозы получить. Расстреливают, я говорю. Шею себе свернул, лишь бы кашляли в сторону. Крыса. А, ну ладно, надеюсь, после этого видео я буду в порядке. Ай, больно в ноге, блядь. Вот, это должна была быть шутка, да? Че это? Человек в костюме колготок, который сам себя убил. Походу, Гули видел человека и решил, что его... Нужно завалить камнем. Или просто он боец кунг-фу и решил вспомнить, чему его учил тренер. Пацаны, вселенная повсюду подает нам знаки. Главное уметь их замечать. А мы не пацаны. Ты же не пацан? Смотри туда, на нас. Вон там, вон там. Нет, туда. Внизу где-то. Повернись, давай, повернись. Это когда ты счастливый поступил на первый курс, летишь в универ, и тут третий курсник после сессии такой... Беги! Ты его не слушаешь, беги. Бежишь в универ, и тебе декан предлагает подписать какие-то бумаги, но четверокурсник рядом. Но ты, естественно, не обращаешь на это внимания, поступаешь... Военкомат, да? Военкомат, да? Военкомат, да? What the... Это все к чему? Стоит обращать внимание на знаки, которые дает тебе судьба, и не идти в универ. А по ссылке в описании ты можешь перейти на сайт военкомата и зарегистрироваться. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение, и вы такие... Все, спасибо вам за просмотр. В этот раз самокритично. Пока. У вас веселый, был смешной веселый выпуск, да. Выпуск, да, хороший выпуск. Прям много шуток, хороших, добротных таких. Давно такого прям не было. Рассмешило нас. Да, и нормально, мне понравилось, что они такие, знаешь... Не. Не, они очень в игре связаны. Да, они связаны с игрой, поэтому нормально вообще смотрим. Потому что мы такие набори такие. Ну, вообще ничего не понимаем. Не понимаем, что за игра, в принципе, смотришь, такое что-то с игра. А когда ты шутишь в общем, это классно. А еще надо подписаться в Инстаграм. Кому? На кого? Вот на него. Он же сказал, что у него есть Инстаграм. А на нас? Чтобы посмотреть. Да, и можете нас подписаться. Тоже есть ссылки, что в описании все есть. Да? Все, мы все, там все. Сторисы делаем всякие, если вы до сих пор не знаете, что. То что вы это не знаете-то? Все. И мультики еще завтра выйдут. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим.
А может лучше это? Сложный выбор.